Мне было не до сна. Я все ходил по квартире и думал, сделал я правильный выбор, что пикнул Ювентус. Может быть, стоило взять Баварию, там Нойер в атаке, Горецко классно, либо же взять свой Ливерпуль. Но выбор был уже сделан, и оставалось только смотреть на лучших и повышать свой скилл. Как я и говорил в начале, мне не спалось, но был один беспроигрышный вариант. День матча. Я проснулся, съел банан, почти побрился, но решил свою бороду оставить для матча с Иванионом. Оделся, переоделся, все-таки нужно мыслить как свой враг. Помолился, блять, нервничаю, пришлось покурить, а после курения хочется срать. И мне лишь оставалось выбрать оружие, с которым я буду сражаться. Ну что, друзья, всех поздравляю с официальным стартом Кубка Фиферов. Первый тур. И у меня в соперниках Рома Рой. Неприятный соперник, скажу честно. Многие думают, что это какой-то бичара, а он-то, блин, он хоть фифу не снимает, но ручками играть умеет. Мы с ним уже встречались на Кубке Фиферов то ли в 2020, то ли в 2021 году, и я с трудом обыграл его в доп. Времени. Я думаю, кто помнит, тот помнит. У меня все тот же Ювентус, за который я активно отыгрываю. Очень сильно рассчитываю на поле Погба. Новые карточки, к сожалению, мне не подвезли. А вот ему подвезли розовую карточку Гасенса. На левый фланг его пихнули. Значит, будем бегать по другому флангу. Давайте взглянем на его составчик. Вот так вот он выглядит в атаке. Йобарь, Лукаку, Мартинес опасненький. В центре поля Чолханоглу, Барелла, Брозович. Единственное вот уязвимое место, казалось бы, с первого взгляда, это защита. Хотя при этом, ну, Шкриняр выглядит неплохо. Фуф, переживаю, скажу честно. Каждый раз у меня на Кубке Фиферов ручки трясутся, начинаю нервничать. Надеюсь, сегодня мне это не помешает. Буду играть по схеме 4-3-2-1. Не очень у меня получается, но вот в последнее время пытаюсь именно вот по этой схеме играть. Вот так вот все будет выглядеть. Влаховича от греха подальше поставил на ЦП. Ну, если что-то пойдет не так, есть схема 4-2-2-2. Ну и, собственно, оборонители и ультра-атакующие. Блин. Выдохнули, и давайте пригласим Рома Роя. Ну и мне, друзья, осталось лишь напомнить вам о моих спонсорах. Это мои хорошие легальные друзья из компании Пари, которые поддерживают каждый мой видеоролик. У них на сайте можете найти множество различных дисциплин, на которые можете делать ставочку. И также можете получить халявные фрибеты, если пройдете верификацию до конца. А если вы, пацаны, захотите купить фифку 24-ю, то ссылочка на мой паблик ВКонтакте в описании. Там вы можете приобрести эту игру. Ну и также, если вам нужны монетки, мой личный сайт по продаже монет PandaCoin в описании. Перед стартом посмотрим на мой пульс. 127, ну, бывало и больше. Ебануться! Ой, блядь! Пиздец, что случилось, Андрей? Блядь, у Рома Роя там лампочка лопнула. Смотрю, тут противостояние Ювентуса за последние матчи. Интер 1-0, 1-1, 0-1. Короче, потненько катают. Бля, мы твою внешность оценим, у меня еще нормальную фотографию. Чего? Чё-то Рома угорает, там какой-то перформанс устроил. Обязательно перейдите на его канал, посмотрите матч с его стороны. Да ты заебал. Вот так вот, давайте. Белое на чёрно-синюю. Просто выдохнуть. И спокойно сыграть в свою игру. Ну, не в ту игру, которая на канале у Джета, а в свою игру, которую я умею играть. Без нервов и без всякой машины. Смотрим. Анана, Шкриняр, Бастони, Гассенс, Брозович, Мартинес и Йобар, Лукаку в атаке. Все, опасно. Мосс, здравствуйте. Let's go. Так, Рома вообще не торопится, от слова совсем. Прям вообще не торопится, смотрите, как он аккуратно играет. Так, Рома, заебал, блядь, ну что ты делаешь, что это за стиль игры, блядь, душный? Так, блядь, что у меня чел упал? Бля, как он неприятно катает, пацаны. Как он неприятно кота... Блять! Пустые! Фуф, офсайд, пиздец. Вот так начало, пацаны. Рома Рой меня катает вовсю. Блять, как я нервничаю, пацаны. Что делать? Блять, не тот финт я хотел. Что за финты я делаю странные на своей половине поля? Погба! Ну, такой удар, скажем честно.
Не этого совсем я хотел. Ладно. Поль Погба. Ну-ка, пробуем. Блять, ну Ромаро не подарочек вообще, пацаны. Кто там его раньше времени хоронил, блять? Смотрите, как он медленно и душно катает. Ну это пиздец, блять. Ну это просто, блять, я не знаю, что это такое. Ром заебал. Блять, пиздец, я просто ничего не могу сделать, охуеть. Ну офсайд, ладно, хорошо. Офсайд опять. Ромарой просто король офсайдов. Что происходит? Вот оно. Вот оно, пацаны. Пробегаем. Пробегаем. Оп, болрол. Блять, опять угловой. Что делать, пацаны? Я теряю мяч. Пиздец. Погба на фланге. Мое главное. Опа, пенальти. Опа, на 11-метровый. Здравствуйте. Так, сколько там часики показывают времени у нас? Гол! Фу. Это было потно. Поль Погба открывает счет. Это всего лишь пенальти, пацаны, это всего лишь пенальти. Не такой игры я ожидал, скажу вам честно. Но главное, что за... Бля, Рома еще угадал, охуеть. Рома еще угадал, ладно, играем дальше. Опа, блять, пожалуйста, Дима. Димочка. Блять, мяч пролетает. Хорошо, отобрали. Все, наша игра, пацаны, я чувствую. Чувствую, пацаны, не знаю, как вы, а я чувствую. Чувствуете? Оп, все, я зарядился энергией. Так, хорошо. Дальше. Блять, я через фланг Гасенса пошел. Я же сказал, что не буду ходить через него. Блять, нет. Фу, обороняемся. Хорошо. Бля, во что я играю, пацаны? Я не в свой футбол вообще играю. Когда нервничаешь, блять, ты не ты, как говорится. Опа. Блять, почти прошло. Ладно, давайте схему я перестрою, блять. Не знаю. Что-то не получается мне по 4-3-2-1 играть. Ну, Рома как будто доминирует в этом матче. Ну, это просто какой-то пиздец. Как он катает? Ну, что за отскок? Блять, ну... Я не знаю, пацаны, что-то какой-то пиздец. Поль Погба, ну-ка. Блять, Поль Погбинский! Ну, на самом деле не стоило бить. Надо было вперед идти, я что-то какую-то хуйню сделал. Ну, бля, когда я просто фанюсь, это одно. Когда, бля, кубок фиферов, какие нахуй лонгшоты, блядь. Пиздец я ебень. Охуеть, вот и провал. Вот и провал. Вот и гол, может быть, блядь. Фуф. Обороняемся, пацаны. Пиздец. Я в ахуе, просто в ахуе, бля, пацаны. Чё происходит? Поль Погба побежал. Бля! Чё я делаю, бля, болрол нахуй. Где болрол, блядь, алё, дебил, блядь. Последняя минута, в принципе, можно вот так. Вот так. Да дай доиграть, блядь, дебил! Пиздец, блядь, у меня атака этот толпоёб свистит. 1-0, пацаны, я недоволен своей игрой от слова совсем. Сука, блядь, эти ебаные нервы, как я заебался. Ну я играю просто ужасно, блядь, ну это просто кошмар, нахуй. Чё это такое? Статистика у меня 6, у Ромы 7. Ну, бля, у меня там пару лонгшотиков было, справедливости ради. Ладно, похуй, сейчас проснемся. Все, блядь, проснись, блядь, нахуй, все. Блядь, сейчас, пацаны. Так, а умеет ли Рома контрить кик-оффы? Давайте проверим. А, умеет, нихуя себе. Ладно, кик-оффы делать не буду. Так, блядь, ну Рома супер аккуратно играет, пацаны, ну прям... Аккуратнее, блядь, некуда. Он прям до последнего ждет, посмотрите на это. Ну это просто супер аккуратный футбик от Рома Роя. Медленно, но верно подходит. Ага, вот и потеря. Ну, блядь! Закрутил, прокрутил, блядь, 3 часа думал. Я к такому честно не был готов. Я не думал, что Рома так душно будет катать. Ну, не самая зрелищная игра, скажем честно.
Но имеем, что имеем. Ну, бля, вот так вот Рома катает. Душнило, блядь, на Роме. Ну, я сам так катал на прошлом Кубке Фиферов. Поэтому осуждать не буду. Блядь, Кьеза у меня травмировался. Схуяли, блядь, ты травмировался, блядь. Он вытягивает меня. Блядь, ну ты заебал, блядь. Ой, блядь, чуваки, ну это просто какой-то антифутбол от нас с Рома Роем. Простите нас, пожалуйста, за такую незрелищную игру. Ну, блядь, хули делать? Я тоже буду так катать тогда. Катает и катает, катает и катает, блядь, как говорил великий. Так, Кьеза, отошел? Вроде отошел. Ой, блядь, так вот, так. Так, так. И Поль Погба, хорошо! 2-0, пацаны, Поль Погба. Фух, стало полегче, пацаны. Давайте отпразднуем вместе с Рома Роем. Как дела, Ромчик, рассказывай. Есть ли у тебя еще надежды на победу в этом матче? Все, я теперь абсолютно спокоен. Теперь надо просто дожать его. Хищник почувствовал кровь, пацаны. Спешить никуда не надо. А вот здесь вот можно в атаку и поспешить. Потому что есть Поль Погба бежит. Поль Погба бежит. Поль Погба бежит! Сука! Что? Что произошло? Ой-ой-ой-ой-ой! Рома, Рома, Рой! Рома, Рома, Рой! Как твои дела? Токсик на Панда FX. Ладно, все. На самом деле, уважение превыше всего. Я даже в форме Ромы сижу. Я уважаю Рому. Ебать, что происходит? Блять, ну это легендарный гол. Это просто... Кто вот по такой игре мог подумать, что вот так вот все обернется? 3-0. И Рома Рой стоит. Рома Рой стоит. Что-то он... Что-то запереживал Рома Рой. Ну ладно, играем дальше. Хули нам, пацанам, как говорится. Ебать, ну ты что, ебанутый что ли, Рома Рой? Такое не залетает. Так, держим. Держим, пацаны. Держим. Ага. Докатался, блядь. Катай дальше. Оп. А это Поль Погба, пацаны. Бежит. А это еще один гол от Поля Погба, пацаны. Еще один гол. Четверочка, четверочка. Бля, честно, вот по первому тайму мне казалось, ну, типа, это будет супер равная игра. Я очень много нервничал. Но по итогу, как видите, я собрался. Так, ну здесь контрим, контрим, контрим. Не-не-не. Не, братан, Рома Рой. Не-не-не. Такое не пройдет. Все, я завелся, пацаны. Мне надо было завестись. Всего-то навсего. Мне нужно было завестись, чтобы вот так вот еще один за Поля Погба забить. 5-0. 5-0. Как же я рад, пацаны. 5-0. Так, главное не пропустить, пацаны. Хочется быть сухим фифером. Как вы знаете, в прошлом году за мной этот статус закрепился. Тихо. Блять, ладно, один. А, офсайд. Ха! Нихуя, я еще сухой. Паредес выйдет у нас. Медийный персонаж. Пару лонгшотиков может приложит. Так, вот он, Паредес. И сразу же. На! Ну ладно. Чисто символически один лонгшот уебал Паредес. Все, пацаны, видимо, это ГГ. Это ГГ. 5-0. Бля, честно, первый тайм был супер потный. Но во втором ручки вспомнили. Четверочка от Поля Погба. Все встречают нашего будущего чемпиона. Блять, ну в первом тайме как я нервничал. Просто пиздец. Я прям, знаете, не в свою игру играл. Я очень сильно переживал. Я думал, будет полная катастрофа. Там, блядь, Рома Рой доминировал на секундочку. Козел, блядь! 0-5! Пусти, нахуй! Я заслужил гол! Так, два ассиста от Влаховича, как бы он отвратительный не был. Ассистики отдает. Ассист от Димари. И Рабьё. Бля, я хочу этот гол Рабьё посмотреть. Чекайте, какой гол, блядь. Что это было, блядь? Погба споткнулся и тут на... Красота. Не, ну Погба, конечно, лютый импакт внес в этот матч. Я, опять же, не зря я взял Ювентус. 5-0, пацаны. Хорошо стартуем. Да, опять же, первый тайм вообще как бы не давал надежды на что-то хорошее во втором. Но во втором я все-таки собрался и затащил. Спасибо всем, кто за меня болеет. Буду ждать своего соперника уже во втором туре. Рома Рою желаю исключительно удачи. Я доволен, я доволен. Дико переживал, но... К счастью, во втором тайме нервишки немножко спали. Все, с вами был я, Пандос Фиксович. Спасибо, что смотрите меня. И всем хорошего настроения. Чао, какао. А ты какую музыку любишь, Пеппа? Я люблю эту. Она ужасно взрослая. Рома Рой говно!